Всем привет! Сегодня мы будем разгадывать кроссворд, вот такой вот спортивная змейка. Каждое новое слово начинается с последней буквы предыдущего. Такой вот кроссворд. Сейчас мы его с вами будем вместе разгадывать. Но сначала не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые и интересные видео. Обязательно подписывайтесь. Мне будет приятно, что вы подписались. Этим видом непременно строго движутся спортсмены по лесистой местности в городской окрестности. Знаете, что это такое за вид спорта? Как я думаю, вы уже догадались, вот это цифра 1, 3 буквы всего. Это бег. Сейчас мы напишем. Бег. Так, теперь у нас второе слово на Г должно начаться. Из двух шаров с короткой рукояткой те гирки помогают при зарядке. Как вы думаете, что это такое? Гантели. Правильно. Давайте напишем. Ган. Ли. Значит, третье слово у нас будет начинаться на И. Состязание регбистов. Там бегут спортсмены быстро и заносят мячик дыню за черту контрольных линий. Что это, думаете, такое? Игра. Правильно. Теперь у нас будет четвертое слово начинаться на А. Юрист в футболе со свистком на поле. Думаете, кто это? Арбитр, правильно. А. Р. Би. Тр. Вот, видите, все у нас подошло. Теперь пятое слово будем отгадывать. В беге высший результат, соратник золотых наград. Думайте, что это такое? Рекорд, правильно. Ре-ко-р. Следующее у нас слово на Д будет. Легкоатлета стаи. Такой снаряд метает. Что думаете за снаряд это такой? В легкоатлетике есть. Диск. Правильно. Седьмое слово будет у нас на К. Команде футболистов он главный, хоть и без погон. Что это, думаете? Подумайте, подумайте. Капитан. Пишем. К. Пи. Тан. Следующее слово на Н будет начинаться. Счет матча на табло нули. Голкипера не подведи. Как называется этот счет, присутствующий там народ? Ничья, правильно. Такой вот кроссворд у нас получился. Мы его с вами отгадали. Но сначала, если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и напишите комментарий.